Школа молодого керівника. Новий набор кандидата у потенціальні керівники сільгазорганізації завершений. При уділі старшині облвиконкому Івана Крупко ініціатива отримала новий імпульс. Практикоорієнтований підхід дозволить отримати якісного керівника уже після 6 місяців стажировки. Пляцовкою були обрані 29 ведучих сільгазпідприємств регіону. Вакантні місця руководителів господарства заповнені, їм поставлені задачі, і що є, підібрати 5 руководителів. Поэтому подумайте, каждому из вас будет предложено, и мы выберем, если кто-то сегодня согласится на переезд и возглавить хозяйство. Ну и останется в учебе. Может, более по ужатому принципу, где-то теоретическая часть, и базовое хозяйство останется за вами, чтобы можно было подъезжать, советоваться с руководителем опытным и дальше продолжать свою работу. Серед 29 претендентів – люди, які працюють у галіні не перший год. Школа молодого керівника дозволить претендентам на високі посади отримати теоретичні веди. І, саме головне, просочити реалізацію їх здольностей на практиці. Своє предприятие ООО «Комаринский» определили. Работаю на своей должности пока. И в то же время прохожу стажировку. Будем посещать и другие хозяйства. В Омельской области, может, где-то еще что-то, какие-то будут там планы, чтобы перенять опыт. Очень нужен, это правильное решение. И такие проекты должны проводиться периодически для того, чтобы проходило у нас обновление кадров на руководящие должности. В дальнейшем я буду проходить заочное обучение с хозяйством, на которое меня предварительно распределили, птицефабрика «Рассвет». Ну, а там дальше будут приниматься какие-то решения. Буду проходить обучение здесь, в Гомеле, со специалистами. А там уже каждый месяц будем сдавать экзамены, какие-то уже защиту перед самим губернатором. С красавика по кастрычник этого года все претенденты пройдут стажировку. По ее закончении будет вызначено, станут ли они керовниками, альбо застанутся на своих местах. Улишиваться будет эффективность работы и выполнение особных показчиков.